браслеты, как и девушки, бывают самые разные. Ручные, а сейчас ценится ручная работа, бывают вот такие, плетеные. Так, бывают из бисера, кстати, весьма неважнецкий бисер. Но браслет тоже браслет. Бывает, что даже и цепи туда вплетают, и разного рода, типа камушки с бижутерии. Но что обычно, если плетеный браслет, да, плетеный, то его делают из каких-то толстых полосок, из кожаных часто, еще из чего. Потому что иначе он не держит форму. Просто не держит. Поэтому берут обычно что-то более жесткое, такое, более толстые нити. И, ну и, соответственно, жесткое что-то получается. Вот здесь, например, 4 кольца жесткие. Они сплетены так, но это же жесткие 4 кольца. Вот что это есть. Так, ну, не всем нравится носить, конечно, вот такие вот что-то мешающие на руке. Часто даже часы и то мешают. Вот. Но, конечно, лучше, чем вот это. Но все-таки многим хочется чего-то мягкого из ниточек. Если взять известные фенечки, так, из мулине, которые делают часто, ну то что? Их часто показывают или вот так вот в развернутом виде, в развернутом, или уже надетые на руке. Почему? Потому что они форму не держат. Реально они не могут держать форму, потому что это мягкий материал, да, он приятный для кожи. Но форму он не держит. Но можно ли из ниток сделать приятный, типа аллергенный материал, который будет приятный для кожи, но в то же время, чтобы он и форму какую-то имел, а не просто был тряпочкой, обернутой вокруг руки? Можно. Вот, например, Елена Павлова делает вот такие штуки. Так, Макрон. Браслет, который плетется из ниточек, из мулине, но при этом он умудряется держать форму. Так, особенно если широкий, ты спокойно стоит. И приятно на него смотреть. Вот такие штуковины делают. А зависит это от самой технологии плетения. Как оно именно плетется. Здесь не простая какая-то змейка-колосочек. Здесь уже своя технология. Ну и как она вообще можно приобрести или посмотреть, как это делается, из чего. Ну вот здесь материалы для рукоделия идут. Так, а здесь идут наши браслеты. Контраст.ру сайт. И вот они, браслеты, фенечки, повязки, напульсники. Смотрите, как некоторые стоят, прекрасно держат форму. И при этом это нитки, они приятные для кожи, так они. Но благодаря такому плетению они и форму держат, и будут долго носиться. Вот такие штуки есть интересные. Если что, обращайтесь к Елене, сайт Контраст.ру. Она вам разъяснит. Все. Всем пока.